Да, но здесь Великой Отечественной будет, а Афганистан и Чечня. Мы смерти тоже не боялись, но как не выполнить приказ, и мы ушли, а вы остались, остались умирать за нас. Просить прощения не вправе, мы видим пьяни во сне, как мы уходим, вас оставив на поругание в Чечне. Прощения нет, но мы клянемся, когда помнятся верхи, мы к вам вернемся, мы вернемся, чтобы нашей кровью смыть грехи. И в грозный день последней битвы мы с вами станете в строю, своим явлением и молитвой, прощая родину свою. И в грозный день последней битвы вы с нами встанете в строю, своим явлением и молитвой.